В нашей речи есть несамостоятельные слова. Слова, которые сами по себе не несут основного значения в предложении, во фразе. Это так называемые служебные слова. Предлог, союз, частица. Давайте посмотрим на эти четыре предложения и попробуем найти служебные слова, не самостоятельные слова здесь. Я не была в Китае. Частица «не», предлог «в». Сегодня солнечно, но прохладно. Союз «но». О чем ты хочешь поговорить? Предлог «о». Мы живем около озера. Предлог «около». А теперь давайте поставим ударение в этих служебных словах. Здесь мы ударение поставить не можем, здесь нет гласного звука. Я не была. Здесь вообще нет ударения. Сегодня солнечно, но прохладно. Есть ударение. О чем ты хочешь поговорить? Опять нет ударения. Мы живем около озера. Опять есть ударение. Почему в некоторых случаях мы ставим ударение на служебное слово, а в некоторых не ставим? Ну что ж, поехали. Я разделила все случаи на три большие группы. Первая группа – основная. Основное правило, большинство случаев, то, что вы, скорее всего, встречали чаще всего в своей речи, в речи носителей. Это случаи, когда ударение падает на главное слово, на смысловую часть фразы, а не на служебное слово, не на предлог, не на союз. О чем? Это из примера, с которого мы с вами начинали, да? Не знаю. На «не» не падает ударение, поэтому, кстати, «е» читается как «и», да, редуцируется. «Не знаю». «Без сахара». Мы не говорим «без сахара», «без сахара». И даже вот здесь, на этот длинный, казалось бы, предлог, не падает ударение. «Через дорогу», «через дорогу». Первая группа самая большая. И здесь важно запомнить, что в основном мы ударение ставим на слово, а это значит, что предлог мы не читаем так, как пишем. Да? Там будут действовать законы редукции, оглушения, озвончения. То есть мы будем читать предлог плюс слово как одно слово. Второй случай, вторая группа, категория. Вот тут уже начинается что-то интересненькое. Это случаи, когда ударение падает, внимание, и на предлог, и на слово. Представляете, такое тоже бывает. Угу. Эту категорию я разделила на две группы. Первая группа — это определенные предлоги, союзы и частицы, на которые будет всегда падать ударение. Они хоть и не самостоятельные, все равно хотят внимания, хотят ударения, да? Например, предлог «около», который был у нас в примере, с которого мы начинали. «Около озера». На предлог «около» будет падать ударение, как и на слово «озеро». К этой же группе относятся еще несколько предлогов. Вторая подгруппа в этой категории — это очень интересный случай, когда вы можете услышать под ударением и предлог, и слово. Это когда носитель языка говорит медленно, делает паузу, даже паузы, и дает себе время подумать. Я очень часто так делаю в видео, у меня это можете заметить. Например, вот эти же случаи я могу произнести чуть-чуть по-другому. Я хочу поговорить о русском языке. Это книга про путешественника, который поехал в Индию. Под этим я подразумеваю третья категория, самая интересная.
когда ударение, вы не поверите, полностью уходит на служебное слово, падает только на служебное слово, и главное слово остается безударным. Если вы ее освоите, то это вас приблизит к естественному звучанию на русском языке. Опять я разделила эту категорию на две группы. Не был, не было, не были. С первых уроков русского языка мы берем эту конструкцию и объясняем студентам, что вот именно здесь ударение будет падать на «не». Частица забирает ударение. Слово остается без ударения. Представляете? Смотрите, как я сказала. Без ударения. Каждое слово проговорила. Отсюда будет исключение, о котором важно помнить. Не была. И фраза «не была» относится к первой категории. Ударение падает на слово. Эту фразу, это сочетание мы встретили в первом примере. Помните, я не была в Китае. Не была. Больше всего я люблю эту категорию из-за второй группы. Это случаи, когда ударение падает на предлог и не падает на смысловое слово. Это происходит не со всеми предлогами и не со всеми падежными формами одного и того же слова. Приведу вам такой пример. Возьмем слово «голова». Какая форма будет в аккузативе в винительном падеже? Голову. А вот если мы винительный падеж будем использовать с предлогом «на», то предлог «на» возьмет на себя ударение. И вы можете услышать от носителей форму «на голову», а не «на голову». Но не всегда. В данном случае допустимо сказать как «на голову», так и «на голову». Вот это самое интересное. Вот это самое интересное. Дело в том, что когда допустимо и то, и другое, предлог под ударением, ударный предлог, звучит более естественно, более разговорно. «На голову» — это прямо, ну, совсем вот вы внутри, вы в языке. Вот чувствуется, что вы пожили в России, послушали русский язык живой. Но при этом вы не можете сказать «на голове», «от головы». То есть с другими комбинациями падежей и предлогов это уже не работает. Вот как интересно. Полное видео, в котором я подробно разбираю примеры именно из этой категории, а также даю больше примеров к двум другим категориям и даю полный список предлогов и союзов, которые должны всегда быть под ударением. Полное видео вы можете найти по ссылке в описании к этому видео. Пишите ваши примеры к этим категориям в комментариях. И с этого дня обращайте внимание, как носители языка ставят ударение, когда есть слово и предлог или слово и союз. Спасибо вам за просмотр, всего доброго и пока-пока.